Так, горка посерьезнее здесь. Камера, как обычно, не передает, но смотреть страшно так на нее. Куда ехать? Блин, вот это стрёмно, блин. Блин. Спускаться не надо. Надо с той стороны зацеплять. Так а может там с той стороны подогнать? Скажи ему в рацию, чтобы не шевелился. Не, блин. Не, если слепой может показать высший пилотаж. Если да, сейчас резко вперед начнет обковать, его можем понести. Я тут обу вперед попробовать. Ну, вперед, вперед попробовать под топкануть. Блин, шашигу мы еще не переворачивали, да, вроде? Бородач проспал, говорят. О, блин, слепой. Блин, уклон тяжело пешком идти, блин. Саня, Вова! Руль вправо и назад по чуть-чуть. Руль вправо и по чуть-чуть назад, да, медленно. Давай, 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 хорошо все. Блин, жесть. Все, уже в колее. Все, хорошо. Руль левее, Сань. Такой неприятный момент, я вам скажу. Уклон такой. Ого-го. Я пешком еле зашел. Он очень скользко. Спуститься больше бы, конечно. Андрюха! Андрюха! Колея тупо каток. Скажи, чтобы на 0,5 спустился и заедет тогда. А да еще чуть, потому что вообще ничего не смотрю сейчас. Нет. Саня, спустись на 0,5. Ого. Кто тут? Спустись на 0,5. Она так, так не заедет. Ну, она не плющится, колеса вообще. Может, они подзамерзали. Краны позамерзали, да? Могла вода. Могла, да. Ну сейчас плюс вроде почти. Ну хотя лед, да, сразу не растает. Легендарных УАЗок и не выехали летом сюда приедут. Приедут? Да, тонировка приедет и у Серега Корса будет. О, Серега Корса скажет 406-й бензиновый движок покатит. То два жесткие, блин, приедут. Сейчас два УАЗа. А, Корсар приедет. Да, сейчас два жестких. Спускаются, не видно. 0,5. Давай 0,1. Давай 0,2. Ну, 0,27 давай. Сейчас сорвай с
смотрите, у Слепого тут новые конструкции. Специально лапка на колесо. Что, шлепанец там есть? А, там шлепанец внутри? Спрятан, да? Санька, можно попробовать просто чуть дальше. Его попадаешь в четко колесо, еще до внутри шпалы. Сейчас организатор подсказывает ему. Я вот шел только что по колее. Ну просто расклон. Ну что, страшно было тебе или нет? Если честно, было, когда мы там развернуло нас. Жесть. Чуть-чуть. А ну подожди, седина проступила или нет опять? Опять нет. Короче, давай, слабо жжешь, давай. Пока не посидеешь, будешь заезжать. Там же еще людей только высади. Короче, не плющится ничего. А что заднее? Заднее сплющилось хорошо. О, заднее. О, заднее хорошо. А переднее что-то не очень. А ну проедь чуть вперед. Так, походу ты подворку ставишь. Саня, дай это, задави его. А ну все, отходи, отходи. Ну да, переднее что-то как-то... Кран замерз, да? А с той стороны посмотри. Сейчас, Андрюха, не бросай, подожди. Нет, тут спустило хорошо. О, тут хорошо с этой стороны. Хорошо спустило. Левое переднее твое надо... Давайте я тоже. Говорят, ножом сейчас спустят ему. В два счета. Бросай, где ты? Блин, какой ключ у него, посмотрите, шикарный. Это ключ шишиговода. Ключ шишиговода. И молоток у него еще есть. Я не знаю, кто не видел предыдущих видео. Молоток Слепого. В тегах нету, наверное, не найдет. Ну что? Решил задавить этого снежного. Да пнем. Пень, да, точно. Так, Слепой. В смысле, я его вот так обошел. Пень? Да, ты видел, передние с одной стороны, задние с другой стороны пенька. Да, да, да. Как-то. Ну что, пробуй. Давай еще чуть спустись, может, Саня. Так, Саня. В Эмиратах по песку люди в гору едут на патрулях. У нас на шишиге по снегу. Красавчик, идет уверенно. Если выбьет, главное успеть убежать. Да, блокировочки. Снайпер, доставай это, бросбой, ты поливай колесо. Снайпер нахрена выглянул, блин. Бензин закончился. Это снайпер виноват. Аэродинамика была хорошая. Да. Ваня, там есть станция, давай заправимся. Ну что, ребята, поехали в лагерь, пускай они тут висят. Вот, успешный срыв, пошел. Да, да, пойдем. Ну и чем это все закончится? Блокировки работают, но тронуться, да, масса большая. Огонь! Джамбо! Снег! Смотрите, что Слепой творит! Ним, ребята, не надо!
слепой, блин. Что, идем к слепому, не знаю, дойдем мы туда или нет. Иду толкать! Блин, не уверен, что пешком туда смогу зайти. Снег мокрый. Плюс один где-то. Становись лагерем, Саня. Да, плющится хорошо. Попробуй чуть назад и потом вперед. В колее безопаснее, конечно. Колесом по целине пустил. Там более скользко. Саня, по колее попробуй. В Африке так руки не мерзнут, как здесь. Теперь ровно руль, Саня, ровно, да, все, едь назад ровно. Еще дерево кто-то посадил. На дороге практически. Мешает слепому. Сейчас давайте я ему перебегу дорогу, может будет легче. Все, слепой сдался. Хотя шел хорошо. Сейчас попробуем уговорить его. Ну вот известный внедорожник. Вес небольшой, залетел. Сейчас идем к слепому. Пытался задавить опять меня. А что тут за шины? О, так у тебя какие-то крутые шины зимние. Давай, покажи.
Ты для равновесия или что? Да. Ну давай. Мы поедем с тобой наверх? Да. Да? Хочу камеру держать. Заехал. Или потом после обеда поедем уже? После обеда давай покушаем, чтобы да. не так страшно было. Ну, такая Элька поедет или нет? А Элька нет, конечно, не поедет. Не? Чего? У нее зимняя. Если спуститься, заедет легко, кстати. Она не поедет, потому что она заедет легко. Ага. Так, а что Крис там, что-то я не пойму, застрял? Это уже снимать не надо, там уже все. Там он сейчас говорит, я сейчас застрял, и все, нам надо греться, чтобы не замерзнуть. Помощь придет не скоро, и все. Да, тяжелая концовка. А блокировка, если включил, выехал бы, задняя не работает. У него рации нету? Газюры. Блин, что-то колесо проваливается, правая сторона. Сам там уже в каток раскопал. А он. Правее, да. И все. Парни, что вы нас загоняете? Крис на горке катается. А, я понял. Скажите, давайте уже поехали уже. Зовут кушать. Кушать зовут? Ну, все, едем, едем. Скажи, что едем. Я уже выехал. Груз уже выехал. Вот этот маньячело заехал.